знаете, что вдруг происходило вчера вечером, то я все зарисовала. Это я, это Юрец, это Вась Васич. Вась Васич держит в руке, как вы успели заметить, бутылку архыза, да, Вась Васич? Абсолютно верно. А это Лия, она всегда с нами. Видите, ее как бы нет, но она с нами ходит на ножках. Вот это ее бантик. Я безумный Макс, и я твой герой. И везде, и всюду буду я с тобой. Я безумный Макс, и я твой герой. И везде, и всюду буду я с тобой. Прокачайте, управляйте мной, и я стану для вас суперигрой. О, прокачайте, развивайте, и для вас стану герой. Да, это круто, вообще ты красавчик. Не, ну это тоже уже... рэп. А потом мы будем сразу переходить вот в такое упражнение. И будем делать его 20 раз. Так. И... Давай, давай, Вась-Вась, давай, ты можешь. Не могу. Чтобы они были заглушены. Не могу, все. Йога не для меня. Я безумный Макс, и я твой герой. Выбери меня, буду я с тобой. Вот, и такой целый цикл, Вась-Вась. Ты охренела, что ли? Будем... Давай стихи читать. Итак, первая строчка, Ксю. Чайки летели над Финским заливом. Вторая моя. Думали чайки о рыбах в пруду. И дальше уже пойдешь, моя. Чайки решили запить корюшку пивом. И, значит, я в своем чайском птичьем кругу. На повестке дня у нас самое сложное – это концерт, который пройдет 9 декабря. Так. На Старом Арбате. В 4 часа. Вообще-то кукусики. Ну, слушай, судя по тому, как Макс подготовился, так, концерт пройдет шикарно. Те, кто нас смотрит, приходите 9 декабря в 4 часа. А около какого памятника, Вась-Вась? Возле памятника Булата Акуджавы. Около памятника Булата Акуджавы будем мы...